Привет, друзья-партнеры, с вами Александр Камаев. Сейчас у многих в кабинете появилась надпись «Update Terms and Conditions» – обновление терминов и условий. Нам надо, чтобы вы прочитали и приняли новые термины и условия. С развитием компании наступает момент необходимости введения каких-то новых правил и условий. Их надо принять, если вы хотите оставаться партнером компании, потому что иначе что вы тут делаете? Нажимаем Open Terms and Conditions. Тут все эти термины и условия, можно их скачать, прочитать, ну и так далее. Approve, то есть вы принимаете термины и условия. Где бы вы ни нажали эту кнопочку Approve, в самом начале или в самом конце, все, что содержится в новых терминах и условиях, будет с вами принято. И вы можете быть аффилиатным партнером компании CrowdOne. Я лично не читаю, это мое право, не читая, принимать предложенные мне условия. Я приблизительно знаю, что они собой представляют, поэтому я их просто принимаю. Можете почитать, они на английском, вы можете их перевести на русский и так далее. Я просто принимаю, потому что иначе что мы тут делаем? Не принять правила и условия компании означает отказаться быть аффилиатным членом компании со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому просто нажимаем Approve. Все, мы приняли правила и условия компании. После этого, если мы нажимаем Dashboard, вернуться на начальную страницу, здесь уже нет баннера для принятия этих измененных правил и условий компании, потому что мы их уже приняли. Ну и на всякий случай напоминаю, что каждый день мы должны затребовать Loyalty Points. Каждый день. Нажимаем здесь. Опускаемся ниже, ну вот он уже затребовал, сегодня четверг, 7 октября, поэтому если нажимать Claim Now, здесь будет написано, вы уже затребовали ваши Loyalty Points. На этом я закончу, всех вам благ и успехов, с вами был Александр Камаев, всем пока! Никому претензий не имею, каждый выбирает для себя.